24 апреля 2024 год. Ну что, народ, как вам динамика развития событий? Я утром сказал, что если банная ручка не сломается, сегодня уже подпишется, все, я дежурство не закончилось, уже мне сообщили, что, блин, нормально все подписано и все пойдет. Я не успеваю просто даже как-то события оповещать. Смотрите, во-первых, ну по предыдущему, короче, не буду, смотрите. По поводу пессимизма, не все нам дадут. Дадут, блин, нафиг хоть сколько-то, и точно дадут. Я только что смотрел Байдена, блин, он говорит, я позабочусь о том, чтобы это уже отплывало, отправлялось там с пароходами сюда, в Украину. Это раз. Дадут хоть чуть-чуть, уже хорошо. Правда ж, лучше, чем ничего. Как 7 месяцев было, мы на голодном пайке таком сидели, блин. Просто сидишь, тебя обстреливают, блин, нафиг, а ты, блин, неважно. Второе, блин. То, что будут, что там, разворуют. Я уже говорил, блин, нафиг, что здесь разворуют? Как ты уворуешь Брэдли? Куда ты его продашь? Его же надо, можно отследить, правда? То есть это не тот случай, что можно что-то разворовать такое, блин. Это не про деньги разговор, это про количество снарядов, которые приходят сюда. Это 155-миллиметровые снаряды, ты что? Ты наши какие-то, россиянам их продадут, что ли, 155-е? Еще раз говорю, вот это вот ровно тот случай, я прогнозы даю даже не на своем там опыте, потому что у меня ума на это не хватает, да, и опыта, там, я рабочий там до мобилизации был, но у меня есть возможность, там, я выучил английский, я слушаю англичан, вот американец, вот хорошо сказал, я повторюсь, в предыдущем видео говорил, что он с трибуны говорит там у себя в Америке, нас тут упрекают, что мы даем миллиарды долларов Украине, а не, почему бы не сделать это, не помочь нашим бездомным? На что он говорит? Я отвечаю. В нашей стране невозможно применять оружие Второй мировой войны по бездомным. Это запрещено, если вы не республиканец. Шутник такой у них там, я не знаю, конгрессмен, не конгрессмен. Очень смешно и в точку. Вы не можете это использовать куда-то еще. Вы либо отдаете, и он говорит, это оружие, оно старое, там, которое вообще нафиг уже ничего в Америке им не пользуется. То есть оно бестолку нам. А нам, украинцам, оно просто жизни спасает. И уничтожает российских оккупантов. Очень эффективно, уж поверьте, блин, нафиг. Я это на своих глазах вижу, понимаете, как оно работает? Своими глазами. Третье, это то, что, блин, буду стрелять по мирным городам, теперь эти снаряды. Это мне сказал, 2 дня назад в комментариях написали какие-то, ну, думаю, боты какие-то тупые. Как можно думаться до того, что, блин, нафиг, ну как, не бывает войн, чтобы оккупированные города освобождали без обстрела. Приходится, да, раз уж так получилось, потому что захватили города, надо оттуда и выбивать противника. Назовите мне войну, где так не делается. Я же говорю, вот если кто-то табакеркой долбанет этого, блин, нафиг, тогда, блин, еще, может быть, без обстрелов обойдемся. А тут мне АТОшник говорит, там, ну, ЗСУшник говорит, ёханый бабай, блин, по мирным городам это пройти. Это где-то какое-то цепсо это российское, видно, в уши вливает через каких-то комментаторов, блин, потому что, ну, слово в слово говорят. И мне это говорит человек, я же говорю, АТОшник. Ну, это он до этого сам не мог додуматься, понимаете? Потому что это шиза. То есть это не свободные города мирные, блин, нафиг. Это оккупированные города мирные, где насилуют, убивают, казнят, пытают, блин, нафиг. Это не мои рассказы. Да посмотрите, посчитайте. Вот я же говорю, 15 марта 2024 года последний доклад Международной комиссии ООН. Потому что творится, блин, нафиг в этих оккупированных территориях. От 15-летних девушек до 83-летних старух. Это то, что они расследовали случаи, просто я имею в виду. Даже далеко не все расследовано. Беременных женщин, понимаешь, блин, там женщин описывают. Это описано просто, эти случаи. Посчитайте, я все не смог прочитать. Ну, какой-то, ну, просто, мне не хватает на это, сердца не хватает, понимаете? Я, ну, просто, блин, нафиг, сдохну, блин, нафиг, когда, если буду это все читать. У меня разрывается сердце от этого. Да. То есть это не мирные города. Мы будем, если мы не вызволим этих людей, блин, там будет продолжаться дальше насилие, убийство, вывоз детей. Этот плешивый гном, вот этот вялый, он сейчас, это, наверное, единственный, блин, в российской истории президент, глава этой страны, блин, не дай какой-то, блин, не хочу ее страной даже называть, на которого подали, блин, нафиг этот самый, как это, блин, международный уголовный суд за воровство детей, оттуда вывозят детей наших, понимаете, у вас есть дети, вот, короче, блин, очень эмоционально, просто меня это просто выбесило капитально. Теперь смотрите, в то же самое время очень все сжимается, никто, я когда говорил, когда напал, я 14 числа, сколько, блин, 10 дней назад, я когда говорил, что нападение этих иранцев, блин, на Израиль, блин, сыграет только на руку, не надо пессимистить, говорил я вам, ребята, да? Ну, то есть, кто меня смотрел.
Я никогда не думал, что через 6 дней уже начнутся пакет принимать. То есть тот, который 7 месяцев не принимает, я не думал, что так быстро. Это все на руку нам сыграет, мне было понятно. Но то, что это через 6 дней произойдет, я не знал. Теперь у нас, смотрите, как время за 10 дней, что поменялось. Плюс к этому пакету американскому 61 миллиард долларов, атакамс и все остальное. Плюс еще британцы рекордный пакет нам предоставляют за всю историю наших поставок за эти 2 года, 3 года войны, 3-й год войны. Британцы наибольший пакет нам предоставляют. Потом что дальше идет? Самолеты в мае приходят. Вот уже буквально через неделю-две май, блин, да, у нас. Что получается, блин, через неделю май уже наступает. Уже в этом мае приезжают к нам самолеты первые, F-16, со всеми обвесами, которыми мы будем мочить, блин, эту русню. Потому что на меня отлично, кабы эти сраные прилетали, блин, вот здесь подработано, да, контузило нас. Хорошо, что они криворукие не убили нас. Сейчас я успокоюсь. Да, дальше, блин. Что получается? Плюс к этому, смотрите, сейчас у них арестовали этого, как его, Тимура Иванова, заместитель Шойгу. Крысы начинают жрать друг друга в этом углу, понимаете? Вот когда писал Путин свою книгу про то, как не зажимайте крысу в угол, да, или как там у него было, что крыса на него кинулась в детстве, он впечатлен, по-моему, до сих пор стол с собой носит 60-метровый, чтобы к нему близко крысы не подходили. Сейчас они начинают грызть друг другу. Третий человек в этой сраной недоимперии, блин, он сейчас нафиг арестован. Я так подозреваю, что за госизмену, потому что ему там что-то взятку предъявляют. Там это, ну, все равно, что, блин, предъявлять ему то, что он дышит, понимаете, российскому чиновнику. То есть это видно, там сдают капитально, он уже хотел уходить куда-то на запад, блин. То есть уже настолько там все хреново, что ему надо было сваливать, но его подловили, видать, в последний момент. Ну, понимаете, третьего человека не арестовывают, блин, нафиг. За две недели до инаугурации президента, так называемого, конечно. Никакой этот вялый гном не президент. Это просто, блин, какой-то старый пердун, который прирос геморроем к трону, блин, уже 25 лет там сидит. С прошлого тысячелетия, блин, нафиг, этот хрен лысый сидит, блин, то премьером, то президентом в России. Когда я говорю, что, блин, после потопа в этом в Орске, блин, в Кургане, в этом сейчас затопило шахты эти ядерные, блин, дальше урановые, которые сейчас там радиация пойдет по людям, блин, нафиг. Я говорил, что будут пожары еще потом, после этого летнего. Я думал, что это лето будет. Оно сейчас уже начало гореть там. Я не говорю про то, что мы бомбим их там, в Воронеже там. Я говорю про то, что у них в Челябинске уже леса горят. То есть одновременно, понимаете? Потоп не сошел, у них уже пожар, блин. Там еще этих черных лебедей, ребятки, блин, Кадыров вздыхает или притворяется, что вздыхает. Нам, в принципе, все равно, понимаете? Потому что, блин, нафиг, он просто показывает, что он, ну, недееспособен, и нафиг на него рассчитывать нельзя. Нам без разницы, сдохнет он или, блин, нафиг просто притворится, что сдохнет. Или просто, что он больной такой, что ничего не может, да? Этого Шойгу, блин, заместитель арестовывает, сейчас начнутся драки, там из-под этого ковра только кости лететь будут. Это что такое? Как это Черчилль говорил, да, что Кремль — это схватка бульдогов под ковром, российская политика. Вот из этого под ковра сейчас только окровавленные головы будут выкатываться. Это все, блин, и это все происходит вот просто в течение, там, я не знаю, 2 недель. И вы, блин, нафиг что-то, не надо пессимистить. Очень хорошие новости, очень эмоционально это все рассказал, все буду Украины. По-моему, ничего не забыл. Потопы, пожары. Мне просто девушка в комментариях подсказала, что ты про Кадырова забыл, там, и про этого самого, и про потопы в этом. В общем, там, я не знаю, я пока сейчас до казармы дойду, блин, нафиг, да, это сам. Так, блин, я думаю, еще что-то произойдет.